купили вот такие цветочки к 8 марта. Эти рыжие тюльпанчики. И очень мне понравились ирисы. Купила 5 штук таких, 5 штук таких. На месте не ставят. Пришлось один ирис поставить в другую комнату. Вот такие красавцы просто. Всем добра, тепла и мирного неба над головой. Всем привет! Сегодня на 8 марта готовлю свой салат «Мельник». Рецепт я уже показывала, но вкратце расскажу. Нужно 4 яйца. Я натерла в терку. Одну грудку взяла куриную, отварила в подсоленной воде. Одну луковицу нарезала мелкими кубиками, замочила в кипятке. Майонез домашний. Можно магазинный. И немного натерла сыра. Первый слой положила 2 яйца, смазала майонезом. Нарезала еще мелко маринованные огурцы. Где-то здесь 3 средних огурца. Нарезала мелко кубиками. И буду половинку выкладывать сначала, потом еще половинку. И варится у меня картофель, вот здесь остывает уже, тоже в подсольной воде. Единственное, что забыла морковку, можно еще морковку отварить, тоже сделать это, в терочку ее. Сейчас буду слоями собирать, все промазывать майонезом. Последовательность любая, какая вам нравится. Я обычно кладу более сухой продукт, потом более влажный и чередую. Добавляю еще грибы, забыла вам сказать про грибы. Грибы у меня были шампиньоны, нарезанные слайсами. Они у меня были замороженные, я их разморозила и потушила с одной луковицей. Выкладываю тоже 2 слоями, сделала прослойку из грибов. Сверху можно еще добавить лучку, можно не добавлять, кто как любит. Я сделала уже по 2 слоя, остался у меня только картофель нарезать. И сверху сыр сделаю, шапочку из сыра. Вот, у меня сыра в этот раз немного, но можно тоже 2 слоя сделать, если у вас побольше сыра. Вот такой салатик у меня получился, немножко украсила укропчиком. Немножко надо побольше сыра, но сколько было уже. Сейчас постоит на столе немножко, где-то полчасика. Я его прикрою крышкой вот от микроволновки и поставлю потом в холодильник. Сейчас покажу вам, что купила. Немножко прямо к столу. Мы, наверное, скорее всего, будем вдвоем. Но, может быть, пойдем к маме. Но она хотела отдохнуть, не знаю. Пока под вопросом. Вот. Может быть, будем только вдвоем. Поэтому много не покупали ничего. И ничего толком-то и не хочется. Такое настроение какое-то не очень. Купили вот киевский торт. Я давно хотела. У нас фабрика Сормова, Нижний Новгород. Вот. Нашего Дзержинского я не нашла нигде. Вот, попробую. У нас стоит 650 рублей. Такую большую веточку винограда взяли. Красного. Цитрусы уже не хочется. Уже наелись. И решили взять вот виноград. Еще посмотрим. Завтра может быть бананов. Может быть. Вот. Яблоки тоже уже ели всю неделю. Купили вот такие вот. Идут для запекания мяса. А для жаркого ближние горки фабрика. Здесь 300 кг уже в маринаде. Написано, этикетку снимаете, делаете надрез и прямо в этой упаковке запекаете. Вот завтра попробую запечь на гарнир с картофелем. Вот. Что еще? Еще у нас есть это
Вот такая морковка, есть капустка такая же. Огурцы вот принесла, вот капуста. Огурцы принесла из подвала свои. Вот, я вам принесла из подвала еще джемы. Из черной смородины вот такой джем. Я вот такие маленькие баночки из-под икры делаю. Этот вот абрикосовый джем. Такой вот. На канале должны быть у меня рецепты. Поищите, кому надо. Очень вкусные джемы получились. Так, сейчас я их переставлю в другой угол. У меня с этого угла маринады стоят солености, а с этого вот варенье. Что еще? Еще, естественно, купили батончик, купили два хлеба вот таких вот небольших. Такие вот у нас пекут рядом с городом поселочек. Я вам говорила. Вот. И взяли вот такую нарезку шейку. Производство Иней, 150 рублей она была. И еще взяли вот такую грудинку копчено-вареная, мы ее и раньше брали, она по 200 рублей у нас. Такая, здесь 300 грамм, тоже очень вкусная она. И у нас еще были колбаски, тоже копченые, вот они, я их тоже нарежу, тоже поставлю на стол. Единственное, что сыра не купили. Ну, не знаю, может, без сыра. Решила я сделать один салатик. Если мы будем вдвоем, нам будет прям вообще достаточно. Вот. Здесь у меня обеды остались, завтраки, не доедаем мы. Вот такое вот у меня будет скромное меню. Единственное, что не покупали еще рыбу. Не знаю, мне рыбы не хочется. А если пойдем к маме, Катя, если пойдем к маме, то это она, скорее всего, рыбу купила. Она, потому что у меня любитель рыбы. Кошка с котенком играет. Прихожей. Всем привет! Съездили на закупку, были в магазин Smart и немножко купили в Мяснов. Купили сыворотки по 35 рублей. Вот такая вот ананасовая. Городец. Мы берем 7 штук. Муж пьет перед сном. Ему уж больно нравится. 75 рублей творог. Городец. Две пачки. В этот раз 9% достался. Сыр купил какой-то Беларусь Королевский по 519 рублей. Вытянул вот на 150 рублей кусочек. Вот, да. А молоко 68, а обычное 63, городец, топленое 68, сметана 61 стакашек, масло 120 рублей, городец, по акции там какой-то было, мы взяли две пачки, потому что мы его каждую неделю берем. Ну, в неделю пачку съедаем. Иногда, правда, остается, но если я что-то пеку, точно уже не останется. Так. Из овощей взяли грибы. Они были по 119 рублей упаковка. Взяла две упаковочки. Я их мою, режу на слайсы и в морозилку. Добавляю во многие блюда. Так, креветки были по 530 рублей, мелкие. Взяли где-то грамм 600 примерно. Сосиски были по 154 рубля. Наши демковские нежные. По 5 штучек взяла 2 упаковки на завтрак.
109 были яйца в икса. С1. Вот такие вот. Покажу. Вот такой размер. Взяли две пачки. Вторая. Две пачки взяли. А мясо там было, шейка, 450 рублей. Взяли вот такой кусок в вакууме. Он вытянул на кило 400 с чем-то. А, говяжий фарш, лоточек, 400 грамм. А производство Чернышиха было по 200 рублей. Курица была по 148, куриное царство, кило 600. Так, взяла вот такое сгущенное молоко саранское. Оно было где-то рублей по 70. Здесь маленькая пачка, 270 грамм. Так, муж взял вот такую вот воду. Псыш. Псыш. Такое странное название. Но за воду ничего не скажу. Не знаю, сколько стоит. 89 рублей я взяла к чаю Макеев мармелад. Фруктовый микс. Помидорку вот еще забыла. Она была по 139, 250 грамм всего здесь. Экокультура. Вот такую вот помидорку взяла. Или съедим, или буду добавлять в мясо по-французски. Посмотрю там, если замороженных у меня не осталось, то добавлю этих вот свеженьких. Так, что еще к чаю? Вот такие конфеты нам понравились питерские, фабрика Крупской. Они были по 130 рублей. Здесь вот небольшая пачка. Сейчас, если разгляжу, скажу, сколько. Нет. Нет, девчонки и мальчишки, не вижу я. Сколько здесь? Ну, в общем, здесь 15 конфеток. 7 вот с фиолетовым краешком и... 8 с красным. Такие вот. С фиолетовым вкуснее нам больше понравилось. Вот. Мы посмотрели во всех пачках так. Одинаковый вес. Казинаки муж взял. Вот эти вот по 49, что ли он сказал, рублей. Эти вот обычные из семечек. Это кунжутный, а семечек 25. 89 рублей деревенская топленка. Эти печеньки. 67 рублей обычный сахар, коричневый в этот раз не купили, не было. И Артак 54 рубля вафельки. Так, Барилла была 74 рубля. Я взяла вот такую мелкую, трехминутной варки. Три написано, трехминутной варки. Я обычно ее варю на завтрак. Можно с молоком, можно просто там с сосисками, с колбасой. Или, например, на поздний ужин, если у меня разболелся кишечник, то я ее варю. Она такая легкая получается, легко усваивается. Так, что еще? 359 вот такая вот пачка Пурины. Этот индейка рис для кошек с чувствительным пищеварением. 750 грамм. Так. Из хозяйственного взяли салфетки вот такие. Они были где-то 25 рублей. 100 штук. Вот такие самые простые белые. По 49 вот такие влажные салфетки. Мы берем для кошек. Бумага была 154. Вот такой вот фирмы Эко Ова. Так, здесь 8 штук. По-моему, 8. Да, 4 сверху, 4 снизу. 8 штук. Вот. И в мясно взяли вот такое какао. Давно я хотела купить. Оно не очень дешевое, но девочки его хвалят. 200 грамм идет 300 рублей. И взяли в мясно еще колбаски. Колбаса вот такая молочная, не буду уже распаковывать, обычная варенка в фабрике Демка наша. Вот она была по 450 рублей, вот мы взяли половиночку на завтраке. Ну и все, вот весь наш улов. Вот 4800 было в Смарте, и еще взяли вот в Мяснов
300 и 230, наверное, колбаса. Еще 530. Вот. Что-то еще покупали? Я что-то не помню, что мы еще купили. А, топленое молоко мы взяли это в коровке. Потому что смарти не было. 68 рублей топленое молоко в коровке было. Все. Вот такой вот у нас расход.